Всем привет. Приехал на работу. Вот как вчера все бросил. Оставил печататься в ночь несколько заказов. Что у нас здесь? Здесь у нас бампер на КамАЗ. Здесь у нас крыша. Крыша с поддержкой. Вот. Вот так, крыша для военного КамАЗа. Что у меня еще здесь? У меня здесь недавние примерки. Это чисто так накидал. Шасси для МАЗа. Ну, для фотографий поставил сюда КамАЗ. Это в сторонку. И вот он, наш мазурик. Ну, потихонечку сейчас я еще сюда прилажу его. Сегодня буду заниматься бампером на МАЗ. Буду делать проект копийный, такой он закругленный. Вот. Ну и здесь у меня неудачный бампер от военного КамАЗа. Такой, который вперед выпирает немножко. Вот. И обычный стоковый. Вот, так что вот такое вот небольшое включение. Здесь у меня куча мусора, не получившийся МАЗ. Вот она его кабина, видите. Вот. Этот пластик, вот опять МАЗ. Этот пластик я не выбрасываю, я его растворяю в дихлоретане, в клее, и потом, не знаю, будет видно, вот. Растворяю в дихлоретан. И получается такой типа гелюшки, геля. И очень хорошо все им склеивается. И можно даже заполнить зазоры. Вот. И в принципе потом он хорошо подтачивается. Так что очень универсальная штука. Если накосячил, можно и подлить. И он и склеивает, и заливает. Так что вот. Сейчас ставлю оставшиеся части на военный КамАЗ, кабину, и занимаюсь проектами бампера и еще клиентские крепления для ВПЛовской подвески, но чтобы можно было туда поставить рессору. А рессору человек планирует взять от бескаркасного дворника. В принципе, идея у меня тоже такая давно была. Уже я даже где-то встречал, но на масштабе не на 16, а на 10. Поэтому как она будет играть на 16 масштабе, я не знаю, потому что вес небольшой. Вот. И буду усиливать ее во всех, как говорится, плоскостях. Потому что чтобы она играла, вес он будет добавлять, и надо, чтобы она не сломала пластик. Ну, вот такое вот небольшое включение. Вот, сегодня еще поеду в мастерскую, возможно, оттуда сниму еще что-то. Всем привет! Как вы уже помните, я собрал вот такой вот грузовичок из кузова Cross RC на базе ХГшки Хэнгуан P610. Вот, но были нюансы по поводу движения. Движение вперед почему-то осуществлялось в настройках как задний ход и наоборот. Я перекинул провода, перекинул реверс, ничего не изменилось. Вот в чем проблема, сейчас будем разбираться. Сейчас я еще убираю все ненужное, снимаю навесное, облегчаю модель, вот. Восстанавливаю модуль света томеевский, вот. Ну и будем
смотреть, что и как. Полностью все, наверное, откручивать не буду. Сейчас посмотрим. Придется чуть-чуть покошмарить. Я сейчас откручу, если чего-то не будет хватать, будет смотреться, с чем-то смотрелось красивее, я по-любому это верну. Потому что грузовик должен быть все равно интересным. Для тех, кто хочет посмотреть, что такое грузовик, в принципе, это будет интересное. Вариант, потому что он больше, он как-то и смотрится по-другому. Но не забывайте, это ХГ, практически сток, заменен только регулятор. Подсвистывал здесь мотор, но она ехала, так что посмотрим, поднастроим. Сейчас еще похожу, посмотрю на него, прикину, какие сюда фары. Вот. Соберу. Ну, я думаю, еще раз мы с вами его покатаем. Посмотрим, что и как, потому что, наверное, мы задницу чуть поднагрузим. Он стал полегче. Вот. Но задницу сюда. И поставим его шний тент. Я думаю, с тентом он будет смотреться еще интереснее. Так что пока вот так. Вот такие бы колеса на него поставить. Но у меня их только 4. Не знаю. То ли оставить эти фары, то ли какие-то накладки сделать. Что-то мне не очень нравится. И дырки вот эти, конечно, все портят. Подумаю еще. Так, отпечатал немножко деталья. Решеточка вот такая копийная. С надписью КАМАЗ. Вот. Фары. Точно такие же. Как на том. Дальше вот такая боковушка, крыша, бампер копийный, вот их несколько даже будет, и печатаются оставшиеся элементы. Люк круглый военный, здесь печатается задняя часть и держатель кабины. Так, военный КАМАЗ почти готов. Остались только вот такие два элемента. Переходные две пластиночки. Вот, сейчас за часок-другой напечатается. И соберем его тоже. И уже началась печать Урала. Так, еще одно утро. Что у нас здесь? У нас здесь два татарина уже собраны. Военный и ранний. Дальше вот здесь еще что-то у нас новенькое. Мазурик. Так, ну и смотрим, что у нас здесь. Ага. Вот деталюшечка. Ставьте на паузу. Пишите, что это такое. Как вам? Ну что, все больше и больше становится нас. Вот такой вот еще Урал с салоном. Все у него там будет. И ручка держаться, и торпеда. На КАМАЗах тоже торпеда есть, салон есть, такие сиденья,
Вот, тут подножка у Урала, ящичек, все как бы есть. Капот будет открываться, фильтр есть. Вот, так что вот такие вот модельчики. Еще будет Еврокамаз, КРАС в ближайшее время отпечатаю. Вот. Газон стоит полукрашенный, так что модели будут. Собираем. Будем их все грунтовать, шпаклевать. Так что будут симпатичные. Красить сразу не буду, наверное, не знаю, посмотрим.